В спортивном манеже Ивановского энергоуниверситета проходит зимний чемпионат и первенство региона по легкой атлетике. Спортсменов здесь собралось немного. По словам организаторов, сильнейшие из ребят сейчас присутствуют на соревнованиях совсем другого уровня. Возможно, поэтому здесь нет признаков соперничества, скорее дружеское состязание. В соревнованиях по прыжкам в длину среди девушек участвуют всего лишь 3 спортсменки. Проигравших не остается. Победа в таких соревнованиях дает спортсменам уверенность в собственных силах, а также почетную грамоту или диплом. Но судьи говорят, что как раз на таких соревнованиях определяют, кого включить в состав региональной команды. Эти соревнования являются главным для того, чтобы отобрать сборную команду учащихся, сборную команду Ивановской области, которой предстоит в мае выступление в зональных соревнованиях Центрального федерального округа. Эти состязания похожи на длинную тренировку, где спортсмены стремятся показать себя с лучшей стороны. Я раньше с 7 лет занималась спортивной гимнастикой. Позанималась 7 лет и пошла в легкую атлетику. То есть это дало какой-то результат. Ну, это, наверное, растяжка нужна обязательно. Спину держать и пресс. В программу, кроме прыжков в длину, включены прыжки в высоту, бег с препятствиями, забеги на 60 метров, тройные прыжки, а также спортивная ходьба. Соревнования продлятся все выходные. Анастасия Николаева, Олег Милехин, РТВ Иваново.